2018 году в музее откроется выставка фотографа Бурхарда Томана из Германии. Он в течение уже нескольких лет осуществляет особый проект «Двух миров одного мгновения». Своей камерой он открыл портал между двумя временами двух миров с тем, чтобы с дистанции в 5500 километров донести это ощущение момента. Его фотографии рассказывают о магии и истории скифов и кельфов. История и культура скифов, которые с середины второго тысячелетия до седьмого века до нашей эры, жили так же интересно, как кельты Европы. На краю Ватерау, недалеко от области Рейн-Майн, лежит Глауберг. Археологические раскопки причислили это место к важнейшим памятникам европейского железного века. У подножия горы найдены три богатых захоронения кельтских князей V века до нашей эры и статуя кельтского правителя в натуральную величину, которая во всем мире расценивается как научная сенсация. Кроме того, там были обнаружены обширная система рвов, захоронения и так называемая дорога процессий, указанная на сакральное назначение места. Собственно, княжеская резиденция находилась выше на обширном плато, которое 2500 лет назад было защищено мощной оборонительной крепостной стеной с укрепленными воротами. Находки и размеры археологического комплекса показывают, что кельтские правители – обладатели обширной светской, хозяйственной и культурной властью. 7 марта прошлого года выставка экспонировалась в музее Глауберга. Этим летом она откроется в Национальном музее Республики Тыва.